Всем привет! Большой-большой привет! Получила я вот такую новиночку. Снимала я распаковку немножко. Мои планы по съемке нарушили звуки с улицы, скажем так, не очень приятные. Вот, поэтому, к сожалению, распаковки самой коробочки не будет. Вот она, только распечатанная. А сниму я уже отдельно само растение новое. Это Tension Orchids. Вот такой вот гибрид Magra Sugar Plum. Очень интересный. Конечно же, вставляю фото. Вот оно, красавчик. И рассмотрели цветочек. Теперь давайте посмотрим, что приехало в мху. Корни неплохие, хорошие. Хорошие корни, растущие. Так. Вот, листья тоже хорошие. Классненькие. Вот такой у него цветоносик был. Он живой, трогать я его не буду. Пусть будет как есть. Единственное, все как всегда, пересажу в кору. Какой, смотрите, классный новый пупдык. Пересажу в кору, потому что, как всегда, в мхе мне неудобно. Сильно много требует от меня внимания, переживаний и прочего. И опыт пересадки в кору из мха у меня хороший, достаточный. Можно сказать, многолетний. 7 лет уж точно. И никого не теряла. Поэтому так и поступаю. А вы уже со своими новинками решаете, как будете делать вы. Как привыкли вы и как считаете лучше вы. Это дело каждого. Вот, но... Вот такая у меня появилась новая прелесть. Дождусь еще 2 заказов. И уже все вместе пересажу. Всем большое спасибо за просмотр. С удовольствием поделилась с вами своей новиночкой, своей радостью. И все ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, заглядывайте в описание к этому видео. Там много различных ссылочек на другие мои ресурсы, на которых я бываю, где можно тоже посетить, посмотреть, пообщаться. Не стесняйтесь. И всем солнечных дней, пышных цветений, отличных новинок и пока-пока!